Всем привет! Продолжаем нашу рубрику по необычным пищевым рационам. И в этот раз я могу точно сказать, что вы такого еще никогда не видели. Это настоящий раритет времен Вьетнамской войны. А перед вами аварийный пищевой рацион летчика США. Здесь дата изготовления — декабрь 1971 года. Во времена Вьетнамской войны США потеряли очень-очень много самолетов. По данным Википедии, например, эта цифра близка к 3000. Одних только фантомов, а там было потеряно порядка 900 штук. Ну, может быть, чуть меньше, да? А так что подобные пищевые пакеты, они применялись, я думаю, очень часто. А что касается конкретно данной версии, давайте рассмотрим чуть поближе. Внешняя упаковка выглядит достаточно пристойно. Есть некоторые помятости, потертости, но в целом, мне кажется, упаковка все еще сохранила герметичность. А также здесь есть и родной ключ, которым эта упаковочка и открывалась. Открывалась она за этот хвостик, который здесь располагается. Но, впрочем, сам производитель также предусматривал стандартное открывание при помощи открывашки консервной. И здесь это также упомянуто. Здесь написано, что в случае, если вы открываете данную консерву при помощи открывашки для консервов, то ее емкость 12 унций, это примерно 350 мл. Соответственно, если открываете по шву, то емкость делите наполовину. Возможно, эта информация понадобится, если вы планируете использовать эту емкость для сбора питьевой воды. Также здесь написано, что данный пищевой рацион специально спроектирован именно для условий выживания и даже может использоваться в условиях, когда у вас нет питьевой воды. Также здесь есть непонятное предупреждение, выделенное жирным, которое я не могу корректно перевести. Судя по всему, здесь сказано, что если вы как-то смешали все это с соленой водой, то лучше не потреблять. Ну, возможно, я ошибаюсь, это переводится как-то немножечко по-другому, поскольку здесь из контекста не совсем понятно, что имеется в виду. Ну что ж, друзья, давайте попробуем открыть. Открывать будем стандартным ключом. Так, я не с той стороны уцепился. Пардон. Надо с этой. Между прочим, у меня этот пакет пищевой, он, кстати, 71 года. Они также встречаются и в версии помоложе. Например, я на YouTube видел обзоры, где они были уже 82 года. Так что сейчас заодно сравним, они выпускались с изменениями или без. Также хотелось бы оценить, насколько у меня моя версия хорошо сохранилась. Так, открываем. Итак, друзья, содержимое перед вами. Сразу хотел бы сказать, что я не чувствую какого-либо нехорошего запаха, запаха плесени или что-то такое. Нет, все выглядит довольно-таки хорошо сохранившимся. Как ни странно, внутри никаких следов ржавчины, плесени, ничего нету. Видимо, хранилось в хороших условиях. И хотя внешне кое-где видны следы, похожие на ржавчину, да, но это, скорее всего, грязь и потертости. Внутри консерва сама выглядит вполне нормально и свежо. Что касается содержимого, то, как вы видите, здесь у нас оно достаточно разнообразное для такого маленького объема. Во-первых, здесь есть три фудбара. Эти фудбары, кстати, они тоже различаются. Я смотрел другие обзоры подобных рационов. Обзоры были разных годов. И сразу хочу сказать, что в них содержимое немножечко различается. Например, даже в этом рационе у нас три фудбара. Из них два фудбара, ну, это пищевой концентрат, это тип 1 и один тип 2. Тип 1, вот эти вот две штучки, это кукурузный пищевой концентрат. Здесь рисовый кукурузный пищевой концентрат, хотя внешне выглядят довольно-таки похожими. Что касается теста на вкус, то сразу хочу сказать, что все это очень-очень сильно просрочено. Тем не менее, я видел, как на других обзорах в YouTube ребята открывают, немножечко так пробуют, просто чтобы оценить вкус, ну, без каких-либо последствий, да. Сейчас мы тоже попробуем все это открыть, посмотреть, как все это сохранилось. Далее у нас что идет? Это кофе. Кофе у нас в одном пакетике. Написано «быстро растворимый кофе». Просто растворить в воде и можно употреблять. А далее что здесь есть? Здесь есть так называемые бисквиты, они же хлебцы. Как ни странно,
выглядит очень даже аппетитно, даже спустя столько лет. Произведено компанией Banner Biscuit Company, штат Миссури. Я попробовал сейчас прогуглить эту компанию. Все ссылки примерно этого же периода, 66-й год, там 70-й. А далее про эту компанию уже ничего не слышно. Видимо, она все-таки конкуренцию не пережила. Также у нас имеется пакетик сахара. Сахар 6 грамм, видимо, специально для кофе, чтобы кофе был сладкий. И плюс есть последний пакетик, это у нас суповая основа с куриным вкусом. Состав можете посчитать сейчас на упаковке. И я, кстати, сейчас понял, что означала эта надпись предупреждения на упаковке, на самой консерве. Здесь было написано, что если вы наглотались соленой воды, то тогда суповую основу эту не употребляйте. Скорее всего, это потому, что здесь есть некоторый состав, который включает соль, да, возможно, или вызывает жажду какую-то. И это дополнительно бы усилило вашу жажду, если вы уже наглотались соленой воды. Ну, как-то так. А что касается производителя, то здесь производитель Nox Gelatin Incorporated. Погуглил сейчас эту компанию, и они до сих пор существуют. Эта компания вообще работает аж с 19 века. Ну что ж, друзья, давайте попробуем хоть что-то, но протестировать на вкус, хотя бы чуть-чуть. Так, наверное, сейчас попробуем просто заварить кофе и посмотрим, как оно вообще сохранилось. Нет, запах хоть имеет. Ну, как ни странно, да, все упаковано, видимо, было хорошо. Никаких ни жучков, ни плесени, ничего такого нет. Даже странно как-то. Я бы, наверное, могу подумать, что, возможно, это какая-то подделка под рацион. Но на самом деле, из того, что я видел на YouTube, когда вскрывают подобные рационы, они действительно в достаточно хорошем сохране. И их действительно можно употреблять в пищу. Более того, поставщик сам этого рациона, это именно какой-то маленький магазинчик на eBay, который специализируется вот как раз-таки на раритетах авиационных. Ладно, попробуем чуть-чуть. Какой-то странный вкус. Не похож на кофе, который у нас продается в пакетиках. Вкус очень-очень странный. Как будто, знаете, жжёные бумаги будто бы добавили сюда. В общем, дальше пить не буду. Вкус как будто бы... И он, знаете, для кофе слабый. То есть вкус кофе есть, но такого послевкусия кофейного нету. Очень странно на вкус как-то это... Ладно, дальше пока пить не буду. Давайте попробуем открыть эти фудбары и посмотрим, как они вообще выглядят. Так, наверное, ножом проще открыть. Фудбары. Наверное, они абсолютно сухие на вкус. Так, попробуем. Так, вот такой вот маленький кусочек попробуем отломить. Есть можно, но какой-то тоже такой налет такой, какого-то то ли запаха, то ли какого-то привкуса, который я не могу идентифицировать. Как будто бы эта пища пропиталась запахом или вкусом этого пакета. На вкус примерно так. В общем, на вкус полная бяка. По каким-то таким вкусовым ощущениям, да, чувствуется какое-то что-то такое кукурузное, да. На зубах немножечко поскрипывает. Но вот этот вот странный химический вкус, видимо, даже краска, может быть, впиталась с этого пакета сюда, да. В дальнейшем я этого уже употреблять, наверное, не буду. Даже собака, наверное, не отдашь это. Так, ладно, давайте попробуем эти вот бисквитики. Наверное, сейчас тоже будут с таким же привкусом странным. Угу. Так, внешне выглядит уже нехорошо. Запах какой-то странный, затхлый. Я это кушать не буду, да, даже маленький кусочек, потому что пахнет очень-очень странно. Я попробую сейчас поближе это снять. В общем, внешне эта штучка выглядит так. На видео, наверное, может кажется, что она более-менее нормальная, но здесь, смотрите, какой-то налет выступил непонятный, да.
и эта штука имеет какой-то искусственный запах. Опять-таки, запах такой, как будто бы этот маленький бисквитик впитал в себя запах этой упаковки. Что-то такое искусственное и явно несъедобное. Так, давайте сейчас попробуем заварить эту суповую основу. Я ее, разумеется, употреблять сейчас в пищу не буду, а просто посмотрим, как эта штука вообще выглядит и что из себя представляет. Запах, кстати, такой, как будто бы действительно куриный запах. Напоминает вот всякие эти куриные быстрые разводимые супы и прочее. И немножечко замешаем. Кстати, запах вполне даже ничего, но пить я все равно это не хочу, потому что, во-первых, это не очень-то аппетитно, во-вторых, я налил это все в эту консервную банку, которая хрен знает сколько хранилась. В целом, давайте запах хотя бы понюхаем. Напоминает тот запах, который появляется, когда завариваешь доширак куриный, но при этом концентрация вот этого американского напитка, она значительно слабее, как будто бы, как по запаху, так и по вкусу. Ну что, друзья, на этом обзор завершен. Надеюсь, было интересно и познавательно. Что касается других обзоров, то я планирую продолжать эту рубрику. Надеюсь, вам она нравится. Всем спасибо. Всем пока.